Учительница вгрызлась в глобус? Подруга жует закладки? А ты хочешь съесть скрепки? Что это, стресс на уроке или наша новая съедобная канцелярия? Смотри скорее в этом видео. Мы катастрофически опоздали на урок к Марье Ивановне. Она так готовилась к занятию, даже помыла глобус, а мы опоздали и разбили ей сердце. Но вот теперь учительница на нас обиделась. Надо искупить свою вину. В этом нам поможет вкусный глобус. Крошим бисквитный корж. Смешиваем его с нутеллой и вареной сгущенкой. Замешиваем массу и формируем шар. Мастику голубого цвета раскатываем тонким слоем. И оборачиваем шарик. На вафельной бумаге распечатываем карту и вырезаем материки. Смачиваем водой и приклеиваем их на глобус. Ставим шарик на подставку для глобуса. Марью Ивановну ждет всемирная сладость. Заменяем ее скучный пластиковый глобус на вкусный бисквитный земной шар. Учительница с недоверием пробует земную поверхность. Неужели этот глобус можно съесть? Надо же, как вкусно! Никогда еще воды Всемирного океана не были такими сладкими. Девочки прощены. У Синеглазки точильный конфликт с карандашом. От нервов она уже сгрызла всю древесину. Не мучай зубы! Лучше погрызи карандаш в фрутеллу. Конфеты фрутеллы очищаем от оберток и разрезаем. Делаем отверстие и надеваем на карандаш. Заполняем конфетками весь корпус карандаша. Раскатываем фрутеллу до образования гладкого покрытия. Подравниваем конфету у носика карандаша. Синеглазка впервые видит карандаш в костюмчике из фрутеллы. Стоит ли ему доверять? Но на вкус это съедобно. Если уж грызть карандаш, то лучше пусть он будет из фрутеллы. Она вмиг съела весь сладкий слой. Хорошо, что у Блэки есть еще кое-что, что предложить подруге. Когда карандаш закончился, в меню появляется вкусный ластик. Марципановую конфету очищаем от шоколадной глазури. Лепим из нее форму ластика. Синеглазка очень любит марципан. Она распознает сладкий ластик по запаху. Эта стирательная конфета была очень кстати. Она притупила мой голод знаний. Марья Ивановна покинула свой учительский пост. Видимо, у нее срочный педсовет с физруком. Отличный шанс провести разведку во вражеском логове. Посмотрим, что она здесь прячет. Сладкий шашлычок из маршмеллоу. На корпус ручки нанизываем маршмеллоу. Вгрызаясь в легкие зефирки, а Синеглазке тоже повезло. Она нашла арбузную дольку. Какой необычный вкус. Но, распробовав как следует арбуз, Синеглазка пришла к удивительному открытию. Она открыла внутри арбуза блокнот. Из тонкой вафельной бумаги вырезаем по шаблону листы в форме треугольного сектора. Вырезаем такой же шаблон из вафельного коржа. Посыпаем доску крахмалом. Раскатываем на нем красную мастику. И обрезаем по размеру вафельного треугольника. Заворачиваем концы мастики и обклеиваем вафлю. Светлую и салатовую мастики раскатываем в тонкую полоску и кладем на вафлю. Имитируем корочку арбуза. Пищевым красителем зеленого цвета рисуем на корочке арбузный окрас. Деревянной шпажкой прокалываем отверстия в вафле и в бумажных листах. Вдеваем ленту и связываем листы и обложку блокнота. Смазываем арбуз кондитерским клеем и крепим семечки. Девочки тут же понимают, что к чему. Да ведь это сладкий наборчик Марьи Ивановны для письма. Ручка маршмеллоу отлично сочетается с вафельным блокнотом. В таком нужно писать только самые сладкие послания. Боюсь, от вкусного наборчика Марьи Ивановны останется только пастовый стержень. Посмотрим, какие еще у Марьи Ивановны есть съедобные секреты. Эти закладки для книг напоминают кексы. Наверняка они тоже съедобные. На листе вафельной бумаги рисуем закладки для книг с изображением сладостей. У нас будут кексы, тортики и конфетки. Раскрашиваем их пищевыми маркерами.
девочки быстро расправляются с бумажными закладками. Марья Ивановна любит перекусить во время чтения. Но мы съели все ее закладки, и теперь учительница не найдет, на каком параграфе учебника остановилась. У куколки такое грустное выражение лица, словно ее дневник и правда собака съела. Но я знаю, как ей помочь. В моем канцелярском стаканчике припрятана скорая сладкая помощь. На черном картоне отмечаем размер канцелярского стаканчика. Вырезаем и приклеиваем внутрь картонный слой. Вставляем в стаканчик баночку Nutella & Go. Оставшееся пространство заполняем канцелярскими принадлежностями. Вот это конспирация! Между ручками и карандашами скрывается настоящий шоколадный резервуар с палочками. Сладкая минутка вмиг поднимает настроение моей подруги. Любой урок можно пережить, если запастись нутеллой. Но у куколки тоже есть сладкие помощники. Это милые скрепки-леденцы. Плавим леденцы в микроволновке. Металлические скрепки окунаем в расплавленную жидкость. И отправляем в холодильник застывать. Леденец на скрепочке – новый вид канцелярской вкусняшки. За леденцом можно обсудить все последние школьные новости. На уроке рисования куколка пробует новую технику – сломай кисть. И зачем так нервничать? Вот мисс Элизабет всегда спокойно рисует. Может, потому что ее кисть особенная? Плоскую жевательную конфету разрезаем. Оставляем тонкую полоску. Оборачиваем полоску вокруг ручки от кисточки. Раскатываем ручку, чтобы конфета легла равномерным слоем. Надеваем на ручку верх кисточки с ворсом. Мисс Элизабет откусывает кусочек кисточки. Это рисование действительно успокаивает. Особенно, когда под рукой желейные краски. Посмотрим, какой вкус я открою сегодня. Желейные конфеты растапливаем на водяной бане. Добавляем каплю пищевого красителя. И наполняем смесью чистую баночку от гуаши. Краска тянется из баночки, словно инопланетное создание. Добавляя разные пищевые красители, получаем краску разных цветов. Мисс Элизабет опускает кисточку в краску. Но только не привычной стороной, а съедобной. Девочки не уверены, что есть краски – это хорошая идея. Но учительница предлагает им продегустировать новые цвета. Красок много, и можно поделиться со всеми учениками. Почему бы не устроить маленький перекус на уроке рисования? Девочкам нравятся эти желейные краски. Они хороши и на вкус, и на цвет. У куколки есть кое-что необычное. Это съедобный пенал. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в сумке у подруги. С фрутеллы снимаем обертку. Разминаем конфеты. И раскатываем ровным слоем. С одной стороны пришиваем молнию. Заворачиваем фрутеллу в форму пенала и пришиваем молнию с другой стороны. Фиксируем боковые стенки пенала. Фигурно обрезаем края. Разрисовываем пенал пищевым красителем. Блэки, не глядя, садится на свою сумку. Ой, кажется, там что-то чвякнуло. Нужно оценить ущерб. Подруга не узнает содержимое своей сумки. Что за сладкий подкидыш? Это фрутелла-сюрприз от куколки. Съедобный пенал для всех твоих ручек. Правда, жизнь немного помяла его. Да, изначально он был посимпатичнее. Подбадриваю куколку, как могу. Съедобный хендмейд – сложная штука. Блэки с завистью смотрит на леденец подружки. Куколка и готова бы поделиться, но есть чужой леденец – не вариант. Хорошо, что мисс Элизабет следит за ситуацией в классе и готова отдать свою стирательную резинку взамен леденца. Карамельки растапливаем в микроволновке. Отпускаем в расплавленную карамель чистые стирательные резинки. Соединяем их вместе. Окрашиваем пищевым красителем. И обваливаем в яркой сахарной посыпке. Мисс Элизабет делится своей сладкой резинкой. Блэки получает не просто леденец, а карамельную сладость с присыпкой, которой, к тому же, можно стереть ошибки. Спасибо, мисс Элизабет! Понравилась наша съедобная канцелярия? Тогда пиши в комментариях, что ты принесешь с собой в школу. Хрустящий блокнот, сладкие закладки для книг
или настоящий бисквитный глобус. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые сладкие идеи на канале Трум-Трум.